Кто за то, чтобы поправки в устав вносить простым большинством от личного состава депутатов? Только 11 человек. Кто за? Слушайте, головой машете. Можно вас секундочку? Сейчас прошу зафиксировать. Было давление главы района Евгения Ивановича Кудрямчукова. Сейчас я только что показал Александру Ивановичу. Вот так. Александр Иванович, вот так. Это, я считаю, что это давление. Прошу, Александр Михайлович, прошу зафиксировать в протоколе. Вы кончайте здесь ерундой маяться. Вы здесь запоказываетесь, нет депутатов. Я и вот так вот запоказываетесь. И вас потом Росгвардия не защитит, вынесем из кабинета. Я предлагаю, коллеги, вы сегодня знаете, что у нас идет запись. Прокурор не защитит. Показывай вот так, Александр Иванович. И этому показывай, что не голосуй. Что здесь устроил-то опять? Тебе нет. У нас есть запись ведется, да? Я предлагаю сейчас коллегиально решить. Понятно, что нам администрация будет препятствовать выдать запись сегодняшнего заседания совета. Хотя это была инициатива наша, деньги выделяли мы. Но вот это я предлагаю все-таки записать, рекомендовать Евгению Ивановичу выдать нам сегодня запись сегодняшнего заседания. Я хочу, чтобы все-таки прокурор вмешался, высказал свое мнение по этому поводу. Хотя бы мнение. Реально происходит давление. Давление происходит. Звонит директору крупного предприятия. Просит его, чтобы проголосовали так, как он считает нужным. Не знаю, когда он звонил. Сейчас уже вот прямой вот показывает, что это такое. Я вас принял, как будто он ему горло перережет или что это, задушит его. Галстук. У него нету галстука, обратите внимание. Зачем ты его говорите ему, чтобы он красиво-некрасиво сказал? И тому, зачем вы говорите, не надо вот так головой, зачем вы мотаете? Ну не успели договорить людей, то договорить как за кого считаете? Вы за кого считаете людей? И введите себя честно. Это не те люди, которые себя будут вести честно. Поэтому без эмоций проголосовали, все прошло. Да нет, хватит этому беспределу уже твориться. За горло он. Депутата за горло, что ли, возьмете? Ну что это такое? Ну хватит, давай, дальше, устраивай. Одному головой машет, другому за горло возьмет. Сергей Александрович, я вот прошу трехминутный перерыв объявить, потому что у нас сейчас будет голосование с электрическим за устав, я так понимаю. Да. Потому что я так понимаю, нам надо набрать 14 человек, чтобы устав все-таки прошел. Что ты будешь в коридоре всем показывать? Я не буду. Для меня этого не надо, этого делать. Просто мы должны понять, может быть, с кем-то, с коллегами посовещаться, чтобы не воздерживать. В конце концов, прекратить уже этот беспредел в районе. Сегодня можно над этим смеяться, усмехаться. Мы сегодня 16-го года, мы не принимаем поправки в устав. 16-го года? Я не понимаю этих депутатов. Вы могли бы быть против того. Может быть, закрытый? Срока главы, я понимаю, но против принятия устава. Может, поименно, так я все должны понимать. Зачем? В первую очередь изменение устава нужны главе района. Он работает по этому документу.
Поздравляю, изменение устав не принято. А кого? Вот этого нам не хватает. Сергей Александрович, значит, я сейчас вызываю полицию туда, в это помещение, по поводу давления главы, чтобы взяли, полиция взяла камеры, видеонаблюдение и отследили жесты давления главы на депутата. То есть поэтому я сейчас буду вызывать полицию, считаю, что надо привести режим в сессии. А может, они сейчас команду даст и нам снимут? Нет, Сергей Александрович, я считаю, что должна полиция сидеть. Да, не серьезно. Еще мы будем полиции сидеть ждать? Я просто вас предупреждаю. Я понимаю, что хочет. Заканчивайте. Еще вопрос. Нет, по зарплате. Нет, Сергей Александрович, я просто предупредил вас, что я сейчас делаю. Следующий вопрос. Внесение изменений в решение депутата.